спорт для ловких и умелых, так называют спортивный туризм. Здесь нужны и навыки, и сила духа. Уже не первый год в школе 13 имени Джанибекова организуют турнир городского округа по спортивному туризму. Сюда прибыли команды из разных школ, всего участников более 300. Сюда приехали как и новички, которые первый год занимаются, а есть и кандидаты в мастера спорта. Я как тренер, допустим, этот старт оцениваю как отборочное для участия дальше в областных соревнованиях. Состязания проходят прямо в зале, где ребятам разных возрастов от 10 до 18 лет предстоит выполнить ряд заданий различной сложности. Они преодолевают такие этапы, как бревно, перестежка карабинов, маятник. И наиболее сложный этап – это у нас стенд, по которому ребята должны подняться до определенной высоты. Это все они проходят на время с использованием электронной системы отметки. Это первенство для каждого участника – своя высота и свое личное достижение. Учащийся 7 класса 6 гимназии Алексей Замураев в начале этого года уже получил второй взрослый разряд. Я сегодня прохожу две дистанции, первый и второй класс. На первом классе у меня два блока, это переправа и стенка. А на втором классе у меня три блока, это переправа, стенка и обратно подъем на переправу. Спортивный разряд – главная награда на этих соревнованиях. Так, тот из участников, кто займет первое место, получит второй взрослый. Также будут присваивать разряды из-за выполнения определенных нормативов. Начинающие спортсмены смогут получить второй юношеский. А общая итоговая таблица с результатами соревнований будет опубликована на сайте центра «Романтик». Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.